Ты смотришь полезный канал «Шахматы. Уроки обучения». Подпишись и нажми на колокольчик. Здравствуйте, дорогие друзья! На проходящем в Шамкире мемориале Вугара Гашимова после четвертого тура лидирует чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсон. У него 3 очка из 4 возможных. Во втором туре он выиграл белыми у Ананда, а в третьем у Наварры. Давайте рассмотрим ключевые моменты этих двух партий. Здесь, в отказанном ферзевом гамбите, белые сыграли слон Е2. Белыми играл Магнус Карлсон, черными Вишванатан Ананд. Итак, белые сыграли слон Е2, но также возможен был вариант исходом конь Д2. И после разменов возникало интересное окончание. Давайте посмотрим. 4 легких фигуры белых против 4 легких фигур черных и по одной ладье у каждого. Здесь результат мог быть бы непредсказуемым. Но в партии после ладья d8 хода черных белые сыграли слон e2 и партия пошла по другому пути. В дальнейшем белые и черные очень хорошо маневрировали, и на доске возникла вот такая ситуация. Последний ход черных был ладья c5. Здесь белые сыграли a6. Намного сильнее был ход ладья b8, и после ладья c8, ладья b7, ладья a8 фигуры черных занимают пассивные позиции. Посмотрите, ладья a8 вынуждена защищать пешку, и слон Е6 также вынужден защищать пешку на d5. В результате белые имеют более активные фигуры и, соответственно, они играют на победу. В партии же белые, которыми играл Магнус Карлсон, прошли мимо этого варианта, сыграв А6. И здесь уже черные могли перехватить инициативу, если бы пошли слоном на поле c8. После король h2. Ладья c6, ладья b8, король h7, ладья a8, слон берет пешку на a6, и после слон c4, ладья a7. Здесь позиция носит ничейный характер. Опять же, после хода a6 белых, черные упустили вот этот вот ход ладья c8, они его не нашли и сыграли g6. Здесь уже Карлсон нашел правильное продолжение, он сыграл ладья b7. В результате, после длительного маневрирования, белые выиграли пешку a7, и создалась вот такая позиция после хода g3, в которой черные сдались. Почему? Оказывается, белые просто-напросто надвигают пешки королевского фланга, после чего вот таким образом, да? После чего черный король вынужден отойти на 7-ю горизонталь. Король белых движется вот по такому пути к пешке d5 и ее выигрывает, а ладья черных пассивно ходит по вертикали А, потому что она не может оттуда уйти из-за того, что пешка А7 тут же проходит в ферзи. Итак, Магнус Карлсон после этой партии приобрел первое победное очко, и во второй партии он играл уже с Наваррой. Давайте посмотрим основные моменты этой партии. Итак, перед нами партия Давид Наварра Магнус Карлсон. Наварро играл белыми, Карлсон черными, и они разыграли сицилианскую защиту. Основной момент, на который мы обратим внимание, случился на 18-м ходу. Белые сыграли ладья Е3. Им необходимо было сыграть ладья Ж3, тогда белые пошли бы Ж6, и игра продолжалась. Однако в партии Давид Наварро почему-то сыграл ладья Е3, сделав ошибку. Он не учел того, что у черных есть очень хороший ресурс тактический G5.
И выясняется, что при отходе слона на поле g3 последует вот такой вот удар пешкой на поле f4, и черные выигрывают фигуру. Поэтому белые вынуждены были отдать качество, ладья e7. Здесь, конечно же, нельзя бить ладью ферзем, потому что последует слон d6. Поэтому gf, и после ладья e6, потому что ладье больше некуда отходить, взяли эту ладью конем. Де, слон e6, и в результате, после нескольких десятков ходов, получилась позиция вот такая. Здесь белые могли пойти к пешке королем, король g4, но это ничего им не давало. После h2, король f4, слон g2, ладья c1, c7, ладья бьет на c7, король g3. Черные просто не дают белым взять вот эту вот пешку и еще плюс к тому выигрывают слона. Каким образом? Слон вынужден занять поле перед пешкой, чтобы она не прошла ферзи. И после король f5, король f3 отрезают короля от пешки и потом выигрывают слона. Вот почему после хода h3 белые не пошли к пешке королем, а попробовали другой путь. Король e5, и после ладья c5, король d6, ладья d5, шах, король d5, h2 сдались. Почему? Оказывается, после c7 черные ставят ферзя с шахом, король d6, и король белых занимает очень неудобную позицию. Он, во-первых, не успевает встать перед пешкой, чтобы в случае чего занимать вот это вот поле а8 для создания патовой ситуации. И получается, что черные подводят своего короля к королю противника с пешкой, и теперь нельзя поставить ферзя из-за того, что черные ставят мат ферзем на e7. Здесь король мог идти на d7, король e5, король вынужден идти на d8, и после король d6 опять же ход c8 ферзь приводит к мату. Ферзь e7 мат. Таким образом, выиграв в третьем туре и сыграв в ничью в четвертом туре с Веселином Топаловым, Магнус Карлсон сейчас лидирует в турнире, имея 3 очка из 4. А мы продолжаем следить за этим увлекательным турниром. Смотрите наши следующие выпуски. До встречи!